90 – не предел. Свой юбилей отметила труженица тыла Зоя Севастьянова. По городской традиции поздравить муромскую долгожительницу пришли представители администрации. Дай Бог, живите, радуйте нас своим присутствием, потому что вы есть история, легенда нашей страны. Зоя Севастьянова родом из деревни Борисова, Муромского района. В многодетной семье была самой старшей. В военные годы приходилось заниматься воспитанием двух младших братьев, так как родители трудились в колхозе с утра до позднего вечера. Однажды пришлось ей даже самой рыть окопы. Я помню, один раз маме было очень тяжело, и я один день ходила тоже на окопы. Но это жили около Ки, а вот папа-то за деревней жил окопы. Это только один день. Тоже очень тяжело. После войны Зоя Александровна переехала в Муром, работала в рейсобесе, затем в Муромском хлебокомбинате. Заслуженно получила медаль и удостоверение ветеран труда. Но самой главной наградой в жизни стал муж Иван. С любимым супругом Зоя Севастьянова прожила 64 года. Встретились мы. Он так посмотрел, я на него посмотрела. Ну и он, и все. А потом стали встречаться. Кто первый посмотрел-то? Да кто? Откуда я знаю? В свои 90 Зоя Александровна выглядит бодро и полна оптимизма. Сегодня у труженицы тыла большая дружная семья. Четверо детей и 7 внуков. Подрастает 2 правнука и 3 правнучки. Мария Жукова, Александр Барсуков. Новости Муром.